что-то новое. Вот это у нас Hyundai. Датчик 3000 пробег, 21 год. Тоже идет как топляк. Закрыто почему-то. Бампер поломали. Скорее всего, на аукционе здесь. Сейчас проверим, заводится он или нет. Вообще новые сиденья. Зачем они вешают это все? Не работает. Аккумулятор севший. Признаков воды нет, номера здесь. Здесь запаха прелости нету от воды. Этот Hyundai Palisade был один раз на аукционе на той неделе, и ему давали 19175, и они не отдали, страховая компания не отдала его. Так что вот это приблизительная цена, за сколько можно ее купить. И закинули они купить сразу вот синим 22500, они просят. То есть за 22500 можно купить эту машину.